некоронованный. Жизнь несправедлива, не так ли? О, боги! Кто тебя звал? Я принц, я не нуждаюсь в приглашении. Вот как? Ну, я тоже принц. Я говорю, уходи. Папа послал меня за тобой. Что же он хочет? Не беспокойся об этом. На перегонки? Нет. Ответь на мой вопрос. Давай же. Так, а? Вчера я сказала ему, что они отправятся со мной в патруль. Расслабься, Хати. Я уверена, что Муфаса найдет его. Ваше Величество. А это ты, Аная? Я видела принца. Они идут третьим путем. Честно говоря, хотя вы могли бы последить за ними хоть и минутку. Я устала от вечного поиска ваших наследников. Тебе и не нужно, Аная. Ой, но я это делаю. Без меня не было бы принцев. Кто тогда будет править Брайлендом? Диена? Это было бы катастрофа. Это было бы... Достаточно. Без меня вы были бы беспомощны. Сомневаюсь. Встретимся с вами двумя позже. Удачного дня. Как скажете, королева Уру. Ступай, найди их снова и сделай так, чтобы они остались на месте. Вы могли бы попросить повежливой. Просто иди уже. Да в чем проблема? Минуту назад у тебя было все нормально. Ты не сказал мне то, чего я хотел. Эти патрули бессмысленны. Меня не волнует эти мертвые животные. К тому же не мне быть королем. Мы этого не знаем. Вот почему папа нам обоим дает уроки. Не лги, Муфаса. Когда папа сможет выбраться из правления, мы оба сможем быть королями. Я не нуждаюсь в твоей жалости. Так, а? Итак, как насчет того, чтобы насладиться маленьким путешествием только со мной? О нет, не бывайте этому. Фу, только не ты. Да, это я. А тебе стоит поучиться вождению. У нас действительно нет времени на это. Папа! Так, а? Объясни-ка, ты должен был быть у скалы предков час назад. Так, а что? Сейчас неподходящее время для игр. Ты это понимаешь? Ступай к скале предков, я накажу тебя, как винусь. Бла-бла-бла. Так, а мы идем вдвоем, Муфаса. Очень смешно, Муфаса. Лучше возвращайся к королю, пока он не заметил твоего отсутствия. Сивато! Свали! Что, ты сам попросил меня помочь тебе стать сильнее? Перекрывай мне доступ к воздуху, ты тяжелый! Ты назвал меня толстым, Тако? Серьезно, Сивато, отпусти!